Что может быть более приятным для автора, чем искреннее восхищение и преданная любовь подрастающего поколения? Да ничего больше. Мы и сами, по сути, еще недалеко в эмоциональном смысле покинули эту пору. А зажигать и прикалываться можем так, что многие позавидуют. И советы и пожелания наши направлены не только большим и взрослым дядькам. Мы постепенно, став таковыми, на жизненном пути раз 200 наступали на грабли и садились в лужу. И шишки ловили. Да было. Но став и мудрее, и опытнее, мы возьмем на себя право и советовать, и предупреждать. Тем более, что нам есть с кем это делать. Итак, на пороге новый 2007 учебный год. И ситуация в Ленинском районе всегда, скажем так, была непростая, потому что основное количество школ в Ленинском районе, опять же, имеет прямой выход на улицу. Сейчас в городе проходит операция «Всероссийское внимание дети», и с сотрудниками ГИБДД проделывается ряд мероприятий, направленных именно на снижение травматизма детского. В первую очередь, 20 августа началась приемка школ Ленинского района. Проверяется готовность школы именно к проведению занятий по ПДД. Даются методические рекомендации, то есть как это проводить и что делать. Вот на сегодняшний день обследовано 13 школ. В принципе, особых замечаний таких каких-то уж очень нету, скажем так. В принципе, те школы, которые уже обследованы, они... готовая работа проводится, она проводится традиционно, то есть это не один год ведется, это не ново. Вот, но хотелось бы отметить вот от себя работу Магнитогорского многопрофильного лицея. Очень много праздников проводят они, несмотря на то, что возраст их как бы учатся дети там с 8 класса начинают. Мы можем говорить, что педагоги готовы к приему, ну, таких вот отдохнувших и беспечных детей. Да, я считаю, что полностью готовы, конечно. Это они проводят каждый год данную работу. И хочется отметить, что с каждым годом она становится все лучше и лучше. А теперь непосредственно в работе Ленинского ГАИ, города Магнитогорска. Дело в том, что мы наконец-таки начали видеть вежливых водителей, которые пропускают пешеходов, и также пешеходов, которые более-менее начали регулярно и нормально ходить по светофорам и соблюдать знаки. Благодаря чему все это делается? Ну, благодаря работе слаженного коллектива, скажем так, это и работа сотрудников ДПС на линии, то есть это и работа дорожной инспекции, то есть установка дополнительных каких-то знаков, оборудование, то есть я имею в виду светофорных объектов и так далее, нанесение разметки, то есть то, что касается именно непосредственно того, чтобы сокращалось количество дорожно-транспортных происшествий в нашем регионе. И вернемся все-таки к основной нашей теме разговора. Дело в том, что в этом году в школу приведут 1000 первоклашек под рулем, точнее за руку молодых мамашек. Что мы им посоветуем? В первую очередь, конечно, хотелось бы обратиться к родителям, ведь очень многое зависит от них, несмотря на то, что мы проводим работу огромную. Дело в том, что, к сожалению, приходится часто наблюдать такую картину, когда мама и папа нарушают сами правила дорожного движения и причем тащат ребенка за руку вместе с собой. И хотелось бы единственное сказать родителям быть личным примером детям, то есть самим соблюдать правила дорожного движения. Чтобы в их дом не пришла беда, никто не гарантирует им, что если ребенок с мамой пошел на красный сигнал светофора, завтра он также пойдет и один. Поэтому хотелось бы сказать, что просто заучивать правила дорожного движения, это, скажем, нецелесообразно. Это нужно все применять на практике, то есть показывать конкретно, акцентировать внимание на практике, не то что... И включать голову, прежде всего, при переходе в улицу. Это обязательно. К сожалению, не все водители у нас такие прям уж вежливые и добрые. И пешеходы тоже не отличаются. Пешеходы, кстати, да, пешеходы тоже. К сожалению, картин у нас на перекрестках, видите, очень много можно, когда пешеходы вообще не замечают машин и рискуют собственной жизнью. Видимо, этого не понимают, что машина – это действительно опасно.